насилля. Школа самооборони для жінок розширює курс спецпідготовки. Дніпровські фахівці тепер навчатимуть і чоловіків. До прийомів рукопашного бою додали курс основ тактики і парамедицини. Заняття в групах проводитимуть в умовах максимально наближених до екстремальних. Мы хотим это все совместить в такой вот общий комплекс, в котором можно будет сразу, человек не растеряется и сразу реализует навыки по тактической подготовке, медицине и самозащите. То, что мы предлагаем, это для ответственных людей, которые понимают, что нужно свою безопасность брать в свои руки. Защитить себя, защитить ребенка, близкого человека, кто находится рядом.